Возьмите привлекательный темный цвет на своих волос. И нежный поцелуй. Давайте поаплодируем. Браво. Поэтому работать очень тяжело. Посмотрите, у меня на капюшоне есть светлое священное кольцо. Это отличительная черта этой змеи. По легенде, сам Будда к ней прикоснулся, поцеловал ее и оставил эту красивую метку, наделив сиамскую кобру целебными свойствами. С тех пор в медицине полностью используется вся змея, и кожа, и косточки, и жилки, жиры, кровь, и даже яд. Если она где-нибудь колоссально размножается, самочка раз в год откладывает от 25 до 30 яиц, и практически все малыши выживают. Живут они большими семьями, вот семейный клубок это как раз про эти змеи. Стойку со змеей можно продемонстрировать только профессионалочки, которые давят на ядовитые железы, и по каналам спускается прозрачная жидкость. Яд затем кристаллизуется и в сухом состоянии сохраняет свои целебные свойства десятилетиями. При попадении на здоровую кожу яд не... Это королевская кобра. От укуса этой змеи человек погибает за 10 минут. Противоядие существует только в теории, на практике еще ни одна скорая не успела доехать до пострадавшего. У нее 100% зрение нравится змеей каннибалом, то есть укусить может кого угодно, а съесть только себе подобного. Нередки случаи, когда после спаривания самочка съедает своего собственного самца. Здесь, в Ирландии, эти змеи убивать нельзя, они являются исчезающим видом. В медицине используется только яд для лечения кожных заболеваний, такие как экзема, дерматит и псориаз. Но сейчас поцеловал ее, иначе как поцелуется следует.